Солнышко, ты где? Моя нимфея хочет расцвести, но ждет тебя. Солнышко, ждем тебя. Ждем всей вот такой вот дружной компашкой. Раз, бутон, два, уже лопнувший. Три, вот здесь маленький. И еще несколько, которые вылупляются. Доброе утро, друзья! Доброе утро всем из подмосковной Купавны. У нас наконец-то сегодня нет дождя. Сегодня у нас 13 июля 2019 года. И знаменательный день. Наконец-то приехали самые дорогие гости. Наши внуки и внучки. Мальчики приехали чуть раньше, а девочки вчера, поздним вечером. И, к сожалению, всего на пару дней. В понедельник Линочке, нашей фигуристке, вновь на тренировку. И так все лето. В августе на сборы, так что вряд ли мы ее скоро увидим. Молодежь вечно занятый народ. Не то, что мы свободные пенсионеры. Наконец-то расцвела наша первая красавица в пруду. Черная принцесса. Сейчас я вам покажу, как она выглядела утром. И как буквально на глазах раскрылась и превратилась в красавицу роскошную. Распускается. Красивая, да? Угу. Такие лягушечки там плавают маленькие. Да, где ты увидела? Я не вижу. Да. А они были головастиками с хвостиками. Вот лягушоночек. А вот он такой. Вот такой лягушонок. Вот такой. Представляете? Ой, а вон там, не знаю, видно ли будет, головастик огромный плавает, больше лягушат, вот он, вот, и ножки огромные. Вот это головастик, как кит. Вот такая красота, черная принцесса. Вот, первый цветок моего прудика. Выложишь на YouTube-канал свой первый цветок? А надо выложить? Не знаю, как хочешь. Ждали, ждали и наконец-то дождались вот такую красавицу. Юное поколение еще отсыпается. Но, как вы уже видели, младшая у нас как юла, неугомонная. Поднялась чуть свет, позавтракала вместе с нами и пошла искать себе занятия. И, наверное, уже нашла. Что ж, посмотрим, чем там занимаются ранние птахи, которые не успели позавтракать, уже пошли на работу. Сейчас мы их тут посмотрим, чем они тут занимаются. Очень красиво работаете, на вас можно просто залюбоваться. Красят стойку для кормушки, которую дедушка Сережа смастерил. И скоро у нас для птичек будет замечательная большая кормушка. А Линочка у нас главный маляр. Да, Лин? Да. Воробушки и синички вам скажут спасибо. Скажут: Лина, спасибо огромное, ты нам домик сделала распрекрасный. Супер. Что мне еще про вас сказать? Просто супер.
Как хорошо у тебя получается. Все получается отлично. Конечно. У нас всегда все получается, да, Лин? Скажи. А если чего-то не получается, мы этого добьемся сами. У нас обязательно все получится. А вот и мальчики проснулись. Верушка, ты его там, да, где-то? Ну вы хоть рукой помашите, маме отправим. Молодец! Ура! 11 лет! Дедушка с внуком работают. А я тут на кухне готовлю. И заодно наблюдаю за работниками. Как говорится, нет ничего приятнее, как наблюдать за тем, как работают другие. И при этом самому тоже работать. Чего делают? Сколько человек помещается? И вниз ныряют. Смотри, я же там все рассыпало нечаянно. Ой. Чуть ли не драка. О, как. Ну, все, теперь тут. Они решили, что дядя Сережа им тут ресторан открыл. И устраивают воробьиную свадьбу.